Всем привет! 68-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 30 марта. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть на следующий день. Если вы с нетерпением ждете новой серии, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Баран продолжает доводить Дилан до слез, и он сам не может понять себя. Хотя уже все жители особняка давно поняли, что Баран влюбился, и даже Карем сказал ему, что завидует и ему, и Дилан. Но Баран уперто пытается это отрицать. Он злился, пока не узнал от Дилан правду, и это его успокоило. Радует одно, что Баран наконец-то поставил Дарью на место, и истина вышла наружу. До этого момента он просто ее игнорировал, а сейчас Баран смело защитил свою жену. Дарья была в шоке, потому что она не ожидала такого поворота событий. После этого ей будет сложно завоевать доверие Барана, и он ей наверняка больше не поверит. А Барану и Дилан нужно научиться понимать друг друга и доверять. Тогда разногласий будет меньше. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.